Агентство по охране окружающей среды Великобритании предупредило жителей Западной Англии о риске внезапного наводнения из-за сильных ливней. Город Шрусбери в графстве Шропшир пострадал от невероятного количества воды в 400 тоннах. Река Северн вышла из берегов и затопила жилые массивы, сообщает Mirror. Города и поселки на западе Англии переживают самое сильное наводнение за 20 лет. Десятки домов и исторических зданий в Шропшире уже затоплены, сотни мешков с песком размещены возле магазинов и учреждений, чтобы сдержать наплыв паводка. Метеорологи прогнозируют выпадение еще более сильных дождей в ближайшие дни. Ожидается затопление имущества и существенные разрушения. По словам прогнозистов, последние постоянные дожди в горных районах Уэльса могут быть соломой, которая сломала спину верблюду. Большое количество влаги вызвало переполнение рек и ручьев. Огромная масса воды хлынула в низины, вызывая внезапные наводнения. Власти Шропшира планируют создать систему защиты от наводнений стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов для безопасности городов в будущем.